Услышите обращение и предложение по улучшению работы общественного транспорта. С этой целью первый заместитель главы Химок Родион Левочка и начальник транспортного отдела администрации Денис Гаврилов вышли на улицы города и провели опрос среди пассажиров. Часы пик, утренние и вечерние, автобусы должны обязательно соблюдать расписание и ходить большие автобусы. В маленькие народ не влезает. Химчане отметили, что маршрут пользуется популярностью и необходимо выпускать в рейс общественный транспорт с большей вместительностью. Что касается соблюдения расписания движения, то здесь ревизоры нарушений не обнаружили. Установлено, что с 9.30 до 10 автобусы ходили по расписанию, нарушений не зафиксировано. В частности, пассажирами было предложено, чтобы в часы пик выходили автобусы большого класса, а в межпиковое время с 11 дня до 4 до 5 часов вечера ходили автобусы малого класса. Все замечания пассажиров возьмут на контроль. Проверку качества обслуживания в общественном транспорте администрация Химок проводит каждую неделю в соответствии с поручением губернатора Московской области Андрея Воробьева. Александр Сергеев, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.